Внимательно тебя слушаю. Надеюсь, больше не увидимся. Следы, фракталы. Следы, фракталы. Внимательно тебя слушаю. Да проваливай!
Здесь всюду чужое излучение. Кто-то прошел тут, разбросал свой свет.
Attention. Please handle relics carefully. In case of damage, your life will be forfeit. Что ты меня достаешь? Увидимся. Спустившись на офисный этаж, вы слышите тихое потрескивание. Кайрус, лежащий невдалеке, неожиданно раздается какой-то чавкающий звук. Оторвавшись от экрана на ладонника, вы видите... Определенно, у излучения есть источник. Превысило фатальный для сознания. Сканер не регистрирует это излучение, хотя улавливает сопутствующую ему. Thank you.
еще принципиально важно. Излучение не было постоянным. Возможно, оно резко усилилось в последние несколько дней. Знать бы, с чем это связано. Наши места своим запахом. Покрыл наши места своим запахом. Кто-то чужой это сделал. Кто-то чужой. Attention, attention, please handle relics carefully. In case of damage, your life will be forfeit. Вот что еще принципиально важно. Излучение не было постоянным. Возможно. Please handle relics carefully. In case of damage, you will be forfeit.
help will make the world a better place. World, a better place. Кто-то трогал нас, покрыл наши места своим запахом. Что вам угодно? Attention, attention. Please handle relics carefully. In case of damage, your life will be forfeit. До скорого. Знаете, с чем это связано? Так, а о чем мы там говорили? Пока-пока. Определенно у излучения есть источник. Так, а о чем мы там говорили?
Тут следы и фракталы. Следы и фракталы. Тут следы и фракталы. Следы и фракталы. Thank you.
attention. Please handle relics carefully. In case of damage, your life will be forfeit. Сделал. Кто-то чужой. Вот следы фракталы, следы фракталы. Thank you.
Белый шум на экране сменяется пульсирующим. Серебряный поправляет очки. Щелкнув авторучкой, Кингсли придвигается к камере. Докладывайте обстановку. Серебряный что-то коротко записывает на листе. Значит, директор слушает, когда вы заканчиваете говорить. Вы можете дополнить ваш доклад, если есть чем. Вы описываете серебряный нервно. Директор Кингсли переворачивает страницы в тетради, нервно постукивая ручкой по столу. Я вас услышал. Что же, новости неутешительные. Директор делает пометку в документах. Слава богу, группа остается частично функциональной и способна выполнять рабочие задачи. Директор сердито вздыхает. Когда будет расследование, меня обязательно спросят, почему я отправил такого человека на это задание. Выслушав ваш доклад, прежде всего, я... Мартин снимает. Кингсли надевает очки и смотрит в экран. Простите, я не мог сообщить вам всех деталей. Нэшвилл — секретный объект. Серебряный вздыхает тяжело и неровно. Действуйте. Спуститесь в зону раскопок и найдите этот реликт. Закопайте, обезвредьте, уничтожьте. Трансляция при... Вы безуспешно.
До скорого. Кто-то трогал нас, покрыл наши места своим запахом. Thank you.
Следы и фракталы. Следы и фракталы. Кто-то трогал нас, покрыл наши места своим запахом.
И снова привет. До скорого. Похоже, этот оранжевый янтарный шар, парящий над подключенным к нему научным оборудованием, и есть причина случившегося на Нэшвилле. Вы всем телом ощущаете исходящие от него волны аномального излучения. По коже прокатывается приятное покалывание, и каждая волна на мгновение наполняет голову странными, быстро гаснущими образами. Не сводя взгляда со сферы, вы подходите ближе. Вы склоняетесь над оборудованием. Возможно, испускаемый им слаб, ваше тело вдруг начинает неметь. Покалывание в руках и давящее на голову аномальное излучение слабеют. Все ваше сознание внезапно разворачивается, как огромный холст, откидывая вас куда-то в темный зрительный зал. Он накрывает земли купола, как гигантское пятно, в клубящейся тени которого мерцают огоньки людских сознаний. Некоторые из них, набирая силу, вихрь уносится на запад, ударом обрушивается на южные земли купола, оставив после себя сотни трепещущих им... Вы не сразу понимаете, что бредете сквозь туман. Просто в какой-то момент вы осторожно шагаете сквозь белое марево. Под ногами хрустят хрупкие кусочки породы. Неясные тени проступают из тумана над вами. Пространство под вашими ногами похоже на толстый, но совершенно прозрачный. Огоньки активно движутся, кочуют. Переливаясь разными цветами, они сбиваются в малые и большие группы, и вслед за их движением меняется облик пустыни, раскинутой далеко внизу. На север. Эй, привет!
Нет сомнения, этот смешной, растрепанный дед, стоящий сейчас перед вами, Мелвилл, внимательно разглядывает вас. Руки, ноги целы, гляжу. Это ж как тебе удалось? Старик тычет кривым пальцем куда-то вверх. Ты ведь в курсе, да? Шпилю... Он стучит по земле деревяшкой, разгоняя клубы тумана. Ты не думай, я не жалуюсь. У меня сейчас бизнес попер. Приезжают, уезжают. Лицо Мелвилла как будто начинает каменеть. Говорит он медленно и с трудом. Теперь на заправке бывает... Старик горит. Клара, окруженная, заметив вас, она меняется в лице и, бормоча, крестится. Она медленно и неуверенно кивает. Да, я... Сделав шаг к вам, голос Клары вздрагивает. Когда вихрь вырвался, я не стала никого спасать. Я просто села в машину и поехала. Я страшная грешница, знаю. Но я надеюсь, ты в раю? Она поднимает лицо, искаженное страданием. Клара тяжело вздыхает. Ее голос... Аббат очень добр ко мне. Но его... Подходи, не стесняй. Ослепительно яркая вспышка, похожая на взрыв сверхновой, мерцающие волны огоньков плывут к северу, подгоняемые ударами вихря. Не просто вихря, вихря. Его тень... Ван Алден выглядит... Он разглядывает висящий в воздухе клок тумана и, встретившись с вами взглядом, ученый тут же срывается со своего места. Он подходит, его пальцы будто погружаются в ваше лицо. Губы Себастьяна Ван Алдена презрительно кривятся. Ну да, конечно, мыслеформа, как розовый туман, полагаю. На краткий миг презрительная гримаса исчезает с лица ученого. Я... С другой стороны, все случившееся дает нам богатейший материал для исследования. Потеряв к вам интерес, ученый Седой человек с вытянутыми вдоль тела руками, близоруко в жизни, Кингсли, кажется, он замечает вас. Нет. Мартин подходит. Вы замечаете, что его форма слегка изменилась. Кингсли кивает, точно предчувствуя незаданный вопрос. Да. Он обводит взглядом густой туман вокруг вас. Одно. Глядя вам в глаза, он произносит. Ученый. Воздух пахнет кварцем, прокаленным на солнце песком. Но, всматриваясь в редеющий туман, вы видите не пустыню. Зал с коврами. Золотой логотип Кронос на стене среди бордовых знамен. Электростанция. Ярко освещенный город. Наемники, солдаты, бронированные машины, едущие сквозь ночь по остывшей пустоши. Видения гаснут одно за другим, и остается последнее. Белый силуэт странной постройки, вздымающийся... Сначала вы... Женщина. Вы никогда ее не встречали. Она задумчива. Женщина останавливает... Разумеется, это... Иссохшие черные глаза. Какая удивительная технология. Он улыбается.
эта теплая, радушная улыбка, продолжая улыбаться. Курчавый, точно взбит, он закладывает. В его глазах вспыхивает живой интерес. Он прокашливается. Ха. Человек обходит вас по кругу. Довоенная прическа, форма старого образца, чистая, не успела запылиться. Обувь еще не изношена, только выдана. Высвободив пухлую ладонь, он осторожно касается вас одним пальцем. Хм. Бесплотный, но непрозрачный. Реагируете? Он привстает на цыпочки, впившись глазами в ваш, бурно жестикулируя, даже не прощаясь, он быстро уходит прочь, и туман колышущаяся белизна медленно оседает. Перед вами стоят мужчины. Женщина недовольно закатывает глаза. Ты серьезно? Вторник, я говорю тебе, ты ведь мужчина. Ты отвечаешь за меня. Тумба! Верхний ящик, они там лежат, мои таблетки. Просто скажи. Мужчина механи... Женщина сжимает руки на груди. Она вся кипит от раздражения. Я не могу. Ее крик выдергивает мужчину из размышлений. Оливия осекается и показывает на вас пальцем. А что это? Йохан накидывает вас оценивающим взглядом. Вихрь? Яростно всплеснув руками, незнакомая женщина выступает из тумана, глядя на вас блуждающими глазами безумца. На ее голове высокая грудь, она улыбается, хотя и тут, крадучись, она начинает, описав круг вокруг вас. Туман развеивается, вы делаете шаг к нему. Цель оправдывает средства, да? Вашим ученым нечем заняться, Кимико? Неизвестный он вновь смотрит наверх. Мы должны быть как Союз и Германия в конце 30-х. Взаимные уступки. Вместе с последними словами свет. Яркий свет. Вы заслоняете лицо, вы медленно раздвигаете пальцы. Первое время вы... Экран вашего Кайроса моргает. Система сообщает об ошибке при попытке обновления встроенного атласа. Когда карта загружается... Запрещено. Сотрудникам с задачами в опасной зоне срочно покинуть предоставляется убежище. Город расположен на достаточном удалении.
Повсюду чужое излучение. Кто-то прошел тут, разбросал свой свет.
Вы бредете по пустыне, и гул, похожий на тихое гудение громадного колокола, наполняет вашу голову. Пространство вокруг вас вновь скрывается за волнами тумана. Не сводя глаз с луча, вы с трудом поднимаетесь. Каждый шаг дается с большим трудом. Обыскав карманы вы закидываете так гул и боль. Это исчезающее свечение вы уже видели с другого ракурса. Тот взрыв мелькнул. Thank you.
Удачи. Чужое излучение. Кто-то прошел тут, разбросал свой свет. Здесь всюду чужое излучение. Кто-то прошел тут, разбросал свой свет. Кто-то чужой это сделал. Кто-то чужой. Тут следы и фракталы. Следы и фракталы. Сделал кто-то чужой. Наши места.